Итак, сейчас, вот сейчас свет есть. Я сегодня целый день ругаюсь на Пашу, что света мало. Но вот сейчас вот Паша полностью выключит свет, и вы увидите, что такое, когда света нет. Вот смотрите, если бы мы сегодня не привезли световые приборы, то гости, зайдя в зал, увидели бы вот такой вот зал. Вот такой вот зал. А сейчас Паша включит свет и покажет, как он выглядит, этот зал со светом. Ну, я думаю, что и разница, честно говоря, очевидна. Давай еще раз, Паш, выключи. Вот, зал полностью без света. То есть, если бы не было бы никаких световых приборов сегодня. И зал со светом еще разочек. Ага. Супер. Спасибо. Я думаю, что всем все стало понятно. Ну-ка, напишите мне в комментариях, все ли вам стало понятно, нужно ли привозить свет на мероприятие, или, в общем-то, можно обойтись спокойно без света. Жду от вас комментарии под этим видео.